Бич. Да. А здесь нельзя играть? Которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими... Кирсанов человек сдержанный, закрытый. Я знаю лишь то, что касается непосредственно медцентра. Именно. Почему мою дочь должны дразнить? Что такого в имени Троллейбузина? Так вы работали с Семеном Шиловым, правильно? С Сэмом-то? Ну, мы так Семена между собой называли. После того, как отец слабел и бразды правления переходили к сыну, тот начинал ограничивать финансирование. Твердо мне обещал, что примет меры, чтобы после его смерти... Ну, вообще-то это... Дорогой, все просто. Из волос делают парики тем, у кого нет волос. Интердевочкой она работала. Они с Жанкой в коммуналке жили с его родителями. Да чего там и родители? Возможно, так и будет валяться без дела, но я думаю, он найдет, как ее принять. Я вот на саксе лобал, а Сэм на пианино. Ну, а Жанка-то? Сэм как-то проболтался, что она почти на кооператив на... Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев. Да, дорогой, но обязательно любим. Под утро. Ну, мы еще махнули по 50, уставший он был. Ну, родители Сэма ее из дома сразу выгнали? Нет. Просто красивое имя. Даже на похороны запретили приходить. Жанна как-то в кабак пришла, плакала, денег просила. В гостинице, где она работала, пятичники устроили шмон, всех девочек разогнали. Так что сама или не сама, но завязать пришлось. И сделал людьми и тебя, и Троллейбузину. Она набросилась на еду, словно неделю не ела. Избита вся была, лицо сплошной синяк. Будто он каждый день маргарин ел. Выводы делайте сами.